Так, где мы уже? Расскажи. Интервью берешь? Да. Вот фотография, видишь? Красота. Самолет. Немножко коря Василий. Нет, у нас дырки наружу. Вот такие штуки здесь есть. Смотри, столик. Чик. И оно еще... Связанный. Все. Что все? Рассказывай. О, сказали все. Дальше будем сидеть. Не слышно. Потому что там ничего нет. Машины. Настя ковыряется. Ты продолжай эту фразу. Настя ковыряется. Вода. $2. Настя ковыряется. А где Настя ковыряется? В Караганде. В Караганде. Валерия тоже ковыряется? Ты был все. Тоже в Караганде. Мама первая. Настя злится. Шел в жопу. Вот так вот она меня называет. Называю, еще и не так. Вот так вот она его называет на камеру. О приличном конверсейшене. Она называет его совершенно по-другому. Да как же? Что-то я не слышал о приличного конверсейшена. Давай прилично по конверсейшену. Да не прилично, а прилично. А, прилично. Ну, прилично. Прилично. Эти слова неприлично. Успокойтесь, кому сказала? Валерия, сидите. Поляки, короче, абсолютно бестолковые. Серьезно. Полчаса мы уже сидим в самолете, уже должны были лететь. А мы все еще не летим. Нас мне дают какие-то плюшки. Настя, покажи, пожалуйста, прикол с окном. Оно само у тебя? Ночь. А если сделать свет? Дали нам наушники. Фирменный лот. Супер наушники. Настя смотрит на меня с осуждением. Посмотри на меня с осуждением. Не-не-не. Папа. Расскажешь, что надо дышать. Настя с меня смеется. Потому что... Почему ты с меня смеешься? Потому что мы в Молдаване в самолете. Да, объясни почему. Потому что мы думали, что это вот такая штучка, такая хорошая. А она такая делает вот так. Чик. И ее можно тянуть на шнурке. И она мне вылетела прямо в руки, она все смеялась с меня. Все. Чик. Я себе включил кимоно, здесь идет реклама. Настя включила себе карту полета. А мышка мультики смотрит. Да, это все, что попало. Реклама. Реклама. Да.
Настя будет смотреть, где мы летим. Все время. На ночь глядя, мы решили покушать. Привет. Привет. Канадской еды, да. Фастфуда. Вот. Размороженной едой. Купили две штучки. Такие: картошка, булка и пол курицы. И такое же, только картошка такая. Дали какие-то два соуса. Swiss Chalet, наверное, фирменные их, потому что забегаловка называется Swiss Chalet. И отдали 30 баксов за это. А еще бутылка воды. 28. 28 с копейками. 20. Ладно.
28-22? Да. Мишулька, скажи привет. Ну что ж, после некоторых процедур, вот мы были вот там, у этого отеля, никогда не селитесь в этом Карлингтоне, селитесь в Карлингвьюи, селитесь в соседнем. Тут красота, девочке очень понравилось. Тебе понравилось? Да. Две кровати, пожалуйста. Телевизор с плоским экраном, это я наконец-то появился. А тут еще что-то. Это шкаф, он вам не нужен. Хорошо. Давай на кровати можешь попрыгать. Такое окно. Чтобы не выпасть случайно. Все, успокаивайся, давай.